14 июля 2018 года в столице Италии сошлись легендарный кикбоксер Джорджио Петросян и молодой, крайне опасный Чингиз Алазов за звание титула чемпиона Беллатор кикбоксинг. Хотя номинально Петросян представлял Италию, а Алазов – Белоруссию, для всех было очевидно, что это противостояние в первую очередь армянина и азербайджанца. Поэтому многие болельщики весьма эмоционально подходили к этому поединку. Но, несмотря на это, сами спортсмены проявляли взаимное уважение друг к другу как до, во время и после боя. Многие болельщики списывали со счетов именитого Джорджио, полагая, что легендарный боец уже не в той форме, что раньше. Достаточно титулованный, молодой и голодный Алазов – это тот, кто должен был либо подтвердить это мнение, либо разрушить. А теперь посмотрим, как прошел этот поединок. Однозначно его вел Джорджио, но, скажем так, это было не совсем так, конечно же. Я бы сказал, совсем не так. Хороший разрыв очков. По крайней мере, по тому, как объявил это ведущий. Я буду самым счастливым человеком, когда у меня будет реванш с Петросяном, потому что я жду этого боя снова. Что бы там ни было, оправданий никаких мы не ищем, потому что это спорт, и Петросян – это боец высокого уровня, это легендарный боец, как я говорил, что мы встречались в ринге у него на территории.
Но сейчас я хотел бы, очень много промоушенов предлагают сделать реванш. Я подписываюсь на любой промоушен. Я уже не раз говорил на любые условия, чтобы встретиться с Петросяном. И я хотел бы, чтобы в ответ он тоже согласился на этот реванш. Просто есть такая ситуация, что Петросян сейчас подписался, контракт подписался в One Championship. Это ребята Сингапур. Они предлагали нам контракт, но у нас сейчас на кону подписание контракта с Bellator на 3 боя в 2019 году. И мой контракт с К1 Япония. Поэтому получается, что неизвестно, когда может быть реванш. Но еще раз повторяю всем, я буду самый счастливый боец и самый счастливый человек, когда я увижусь с Петросяном снова в ринге, и я это очень сильно хочу. Но вряд ли данный реванш когда-либо состоится. Напомним, что Джорджио сейчас готовится к финалу Гран-при One Championship за звание чемпиона топовой организации. И его соперником станет Сэмми Сена. Бой пройдет 13 октября в Токио. Дай бог, наш легендарный боец подарит победу своим фанатам и завоюет очередной спортивный трофей. С вами были Армения ММА. Подписывайтесь на наши аккаунты ВКонтакте, Фейсбуке, Ютуб и Инстаграм.